И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте попробуем, значит, настроить свечение текстур вот этому персонажу. Так, первый вариант, это значит, добавляем ноду эмиссия, ставим, смотрим, что получится. Так. Emission. Ну, как бы вот такая штукенция, да? Так, Ambient Occlusion и Bloom поставим. Что-то не очень, ни свечения нет, никого. Так, собираем другой вариант. Так, добавляем принципы. BSDF. Есть такое дело. Так, добавляем теперь эмиссию. Добавляем микс шейдер. Добавляем Ambient Occlusion. Где он тут? Ambient Occlusion. Так, теперь нужен мультиплай. Мультиплай, это у нас, по-моему, колор должен быть. Так, микс колор. И находим тогда. Так, вот здесь, по-моему, ставим мультиплай. Мультиплай. Так. Что-то в этом духе. Так, add shader, где у нас? Add. Шейдер, вот он. За место микс шейдера ставим add шейдер. Так, ризм на color. Сюда, значит, base color ставим связку. Потом текстуру на A. Color ambient occlusion на B. И, значит, теперь color ставим на... Где тут ambient occlusion? На chain. Вот на эту шин. Копируем Shift D эмиссию повыше, подключаем к шейдеру. Так, эту штуку вверх и эту штуку на шейдер, на surface. Так, здесь меняем подключение на add. Что еще тут? В принципе, все. Так, смотрим, что еще тут есть. Все это дело копируем. Выбираем голову. Ctrl-V вставку. Остальное delete. G сюда подставим. Что еще тут можно сделать? Скрин. Так. Материал, смотрим, что тут. Прибавка. Так, попробуем, может, еще нормалку подключить. А ну-ка, копи паст. Добавим normal map. Подключим к нормалке. Так, это значит к колору. Выберем Normal и поставим Non-Color.
Так, а вот это что за этакая? Так, это тоже delete. Делаем Ctrl-V. Копии. Да, вот с текстуркой как бы оно не так как бы и работает, как просто свечение добавить. Так. Сейчас будем что-нибудь этакое думать. Так, пока все то же самое поставим на вот эту штуку. Так, поменял, значит, текстурку. Вроде заработала. Так, что еще тут? Так, это у нас получается кто? Повязка. Так, что еще тут есть? А ну-ка. Получается, это даже не повязка у меня. Так, а где ж повязка-то? Глаза. Вот она. Так, есть. Дальше что тут? Башка. Глаза. Так, что тут со свечением? Так, и Ctrl-V вставляем, значит, на зубы тоже такую же повязку, только, значит, что у нас тут с зубами. Так, где у нас тут верхний и нижний, не подписал.
Так, по 1000 везде поставить. Но вот почему-то нет свечения вот этого вокруг объекта. Вот это вот непонятно. Так. Что еще можно? А ну-ка, если в Cycles перейти. Ну, в принципе, как бы сказать, и неплохо выглядит, да? Как бы светится, если сейчас добавить какую-то дверь, то может она будет как бы прикольно смотреться. Так, а что еще можно сделать? Так, если добавим Shift A, добавим Mesh, добавим куб, сделаем S, сделаем S, зайдем вовнутрь. Так. Есть такое дело. И добавим сейчас на куб какую-нибудь ноду, да? Вот какую я забыл. Так, свет отключим. Добавим побольше свечения. Ну вот, чем больше свечения, тогда как бы меньше видно вот эти вот детали на модели. Если добавить... Вот здесь уже получше. Если добавить, значит, нормалку, чуть побольше деталей. Так, Bloom, Ambient Occlusion, Screen Space. Так. Так, ну получается вот такая вот как бы настройка.
Так, пока куб отключим, пока все это дело отключим, мы попробуем сделать ему, значит, анимацию. Так, заходим, выбираем Rig, заходим в Pose Mode, выбираем косточку, а ну-ка, челюсть надо связать именно с косточкой вот этой стучалки. Выбираем вот эту стукалку. Вот она. И привязываем к нижней челюсти. Ctrl-P, Keep Offset. Заходим в Pose Mode. Тройка на нампаде. И тогда получается, все, теперь у нас будет башка с этой штукой работать. Так, косяк теперь нужно Ctrl-Z, перевязать бант. Бант перевяжем на голову, Ctrl-P, Keep Offset. Зайдем в Pose Mode. Бант на место. Так. Первая поза у него будет закрытый рот. G. Можно тут чуть-чуть еще повытягивать. Так. Закрываем ему глаза. Так, погнали. R. Так, поправляем косточки. Так, и лок рот ставим на локацию сразу, чтобы при нажатии клавиши И все работало. Так, что еще тут косточки есть какие? Так, дальше у нас получается тоже тишина, где-то пусть 20, так, пусть будет 40 кадров. Shift-D, делаем дубликат, покой, и потом резко это все дело открывается. Так, челюсть можно даже оттягивать ниже. Глаза. Alt-R.
Так, не то. Что-то не хочет. Тройка, значит, откроем вручную. Тогда нижние тоже подкорректируем. Так, нос приподнимем. Так, зубы покажем. Угу. Так. Бант приподнимем, потому что мозги тоже приподнимаются, да? Так, центральную кость. Так. Так, теперь, значит, челюсть чуть приподнимем, и вот эти глаза можно чуть-чуть приподнять тоже. Так, ноздри можно раздуть. Какие-то мышцы приподнять кверху. Так, брови как бы так бы. И вот эту штуку, когда он рот открывает, хорошо бы ее покрутить, да? Так, вот он резко открыл. И нужно тут какие-то события, допустим, да? Так.
Так, теперь немного добавим болтовни. Так, болтовня будет как состоять? Теперь, значит, тройка R вытягиваем. Рот немножко открываем. Так, эту штуку, значит, вперед подаем. Губы на разговор, да? Губа это ниже отвисает. Так, теперь нос чуть-чуть пошевелим. Глаза чуть-чуть приоткроем. Так, эти части еще ниже опустим. Что-то где-то можно приподнять, поднадуть. Угу. Так, теперь, значит, вот это все G поднимаем кверху. Так, а это тоже сюда теперь к низу. Удаляем промежуточный волос, чтобы они мягче это все дело делали. И волосы теперь, значит, здесь они в эту сторону пошли, да? Тогда мы их вот так берем, Shift D и дублируем дальше. Так, можно сделать им еще помягче, растянуть. Так, эту часть слишком быстро идет подальше. Нормально. И теперь нам нужно выбрать вот этого персонажа и выбрать, где у него идет разговор, допустим. Раз вот. Так, так, так. И делаем Shift D. Shift D. Так, ну чуть-чуть подправим, да, где у него идет еще какая-то речь. Так. Alt G, Alt R. Так, это пойдет, да? Так, теперь, значит, эту G перетягиваем сюда, и она должна постоянно, значит, мотыляться.
Так, теперь на вот этом кадре подтянем, значит, рот. Челюсть можно поднять чуть повыше, перекрутить ее вот так. Тогда здесь поприкольнее поднять десна. И тогда приподнять одну сторону, вот эту, для косточек, и ноздрю. И нос даже можно чуть-чуть перекрутить. Так, тогда эта ноздря идет чуть-чуть поближе. И давайте добавим моргание ему, да? Тогда вот этот кадр, где у него, так, где у него вот этот рот, вот этот, да, кадр получается, мы его delete. И тогда раз он как бы с подкрутом поговорил, да, оп. Так, а здесь тогда можно чуть-чуть прикол сделать, да? R в эту сторону, и вот так вот, оп, тогда вот эту гайку вперед чуть. Ну, прикольно, а что, разговаривает. Единственное, что мало у него вот этих движений, как бы бровями, да? А ну-ка. И можно один глаз открыть так для прикола, да, такой раз, как подсматривает. Даже нет, это тогда глаз закрытый, потому что эта часть поднимается рта, да? А вот этот глаз тогда можно приоткрыть так раз. Ну, прикольно, а что? Теперь смотрим все это на подсветке. Так, что у нас тут? Так, и добавляем всему этому делу. Так, вот этот кадр. Shift-D. Так, опять тогда мы его G подальше. И тогда первый кадр Shift-D сюда ставим на 150. И ставим, сколько тут кадров у нас? 167. 167. Так, теперь что можно сделать? Хорошо бы вот эти кости отвязать, чтобы как бы растягивать можно было, да, волос. Тогда мы обыграем это дело шипкеями пока, а потом можно отвязать кости,
И чтобы волос больше растягивался, растекался, как бы, ну, плавность больше у него была. Так, находим шипки и добавляем еще полоску K1. Заходим в Sculpt Mode. Ставим тянучку, ставим F побольше кисточку. Так, X симметрию пока нам не понадобится. Так. Так, а эти тогда сюда повыше и подальше, так раз. А ну-ка, шифтом чуть-чуть. Так, это будет первый шипкей. Добавим еще второй. Первый пока отключим. И значит, на втором шипке нужно будет сделать как бы другую штуку. Это значит, она кверху шла. Вот, теперь мы растянем, где она зеркально идет, да? Так, смотрим. Здесь ставим прописку. Потом вот он пошел. Так, здесь прописку убираем и ставим теперь, прописываем первую и, значит, второй шипкей. Так, до 40-го все это дело отключаем. И погнала опять прописка. Чуть поменьше сначала. Так, где он рот открывает, там надо сильно сделать. Потом, значит, где перекрутка идет, чуть уменьшать. И смешивать первый шипкей со вторым. И побольше, значит, вот этих мертвых точек. Допустим, вот здесь сильно, здесь можно чуть-чуть прибрать, чтобы поменьше было. Ну, словом, надо экспериментировать.
Штатная резко она заканчивается, да? На 180 и что-нибудь добавить надо. Так. Ну, вот теперь если под текст какой-то делать, да, или под что-нибудь, еще можно сделать, как в мультфильме, чтобы зубы тут вылетали, ну и как бы глаза еще давайте. Так. Так, здесь их можно закатить кверху или прям вниз опустить. Так, теперь можно выбрать что-то. И, допустим, английская А. Выбираем какие-то кадры и ставим, делаем, допустим, S, да? G. Задержку ставим, где вот он у него глаз как бы подсматривает, да? Тогда еще один этот кадр Shift D копируем, чтобы вот и здесь была вот эта вот задержка. Так, но. Значит, на глаза-то задержка есть. Давайте теперь на рот поставим Shift D, где задержка движения рта. О. Уже мягче 214. Так, а вот здесь вот, где он говорит, у него, значит, ага, мотыляется она, да? Вот эта запчасть должна как бы больше мотыляться. Как бы в эту сторону, там вот так вот пошатываться может. Ну и больше плавности, если сделать, вот на Copy Rotation вот эти все настроить, они будут мягче крутиться. Вариантов очень много сделать вот эту вот мягкость волос, эту плавучесть, да. Также можно в текстурах еще под подсветку перекрасить, значит, саму модель. Не с Base Color, а работаем полностью с моделью вот этой. И тогда можно выбирать какие-то цвета и уже подкрашивать, допустим, темнее, да? Раз там вот. Короче, можно красить его теперь именно под эту подсветку.
модель будет в группе, скачивать, если кому-то хочется ее попробовать, переделать, может кто-то в этом, в других программах текстуры наложит, будет уже тогда прикольно. Это пока по упрощенной форме. Все, всем пока.